Всем большущий привет! Меня зовут Оксана, и я бьюти-шопоголик. Мой девиз – косметики много не бывает. Добро пожаловать на канал Green Planet. Сегодня поделюсь рецептом домашней маски после загара. Многие не пользуются подобными продуктами, а зря. Они успокаивают кожу, снимают зуд, восстанавливают гидролипидную пленку. Несмотря на все положительные моменты солнечных ванн, они сушат кожу, в результате она быстрее стареет. Поэтому давайте не лениться и ухаживать за телом после отдыха на пляже. Эта маска насытит кожу влагой и сделает ее мягкой. Понадобится 10 столовых ложек овсянки, 3 столовые ложки сметаны и 1-2 огурца. Овсянка – уникальный по составу продукт. Содержит ретинол, аскорбиновую кислоту, витамины группы В, кремний, магний, серу. Маски с овсянкой устраняют шелушение, замечательно питают, разглаживают морщины, снимают воспаление. Я очень люблю этот продукт, делаю на его основе скрабы для лица. Все, что нужно, это измельчить овсянку в блендере или электрической кофемолке, развести водой до консистенции сметаны и обработать лицо и тело. Скраб мягкий, поэтому даже если на коже есть высыпание, им можно пользоваться, ничего не расцарапаете. Для нашей маски овсянку тоже нужно измельчить, что я сейчас и сделаю. Насыпаем блендер. И измельчаем. Периодически останавливайте блендеры и смотрите, насколько мелко измельчается овсянка, потому что нам нужна именно мука. Можно даже немножко встряхивать, потому что вот, ну, внизу она измельчается, а верхние слои остаются такими большими, крупными, поэтому будем мешать и измельчать. Вот что у нас получилось. Пересыпаем в отдельную мисочку, в которой будем смешивать остальные ингредиенты. И продолжаем готовить нашу маску. Огурцы очистите и натрите на терке. Огурцы известны своими отбеливающими свойствами. Они незаменимы в уходе за проблемной кожей. Хорошо заживляют, сокращают поры, освежают цвет лица. Эти чудо-овощи содержат кальций и витамины А, В и С. Маски из свежего огурца тонизируют кожу, делают ее упругой и чистой. Очищаем. Очистили огурчик. Теперь натрем его. Вот такая получится у нас по-настоящему летняя свежая маска, которой очень приятно пользоваться. Добавляем сметану. Она прекрасно питает, снимает раздражение и зуд. Все смешиваем. Получается салат, полезный для кожи. Вот наша маска готова. Внешне может выглядеть и не так красиво, как нам бы хотелось, но зато свойства у нее чудесные. Нанесите на тело на 20 минут и смойте теплой водой. Теперь прикоснитесь к коже. Мягкая, нежная, увлажненная, правда? Этой маской можно пользоваться не только после пляжа, но и солярия. Если желания возиться с огурцами и сметаной нет, рекомендую детское успокаивающее желе после загара по мексиканской формуле от компании Green Planet. Пусть вас не смущает слово «детское». Подходит желе в равной степени и малышам, и взрослым. Главные компоненты – алоэ вера, депантенол, витамин Е, ценнейшие масла – оливковое и абрикосовое, экстракт облепихи. Я, кстати, из-за последнего в большей степени это желе и выбрала для себя, вспомнив, как в детстве мама всегда обрабатывала мне кожу облепихой после загара, и все неприятные ощущения тут же проходили. Вкупе все эти прекрасные компоненты увлажняют кожу, дарят ей ощущение прохлады и комфорта, уменьшают ощущение стянутости. Пользоваться желе можно так часто, как требуется. Распределяется легкими прикосновениями, быстро впитывается, не липкое и не жирное, экономичное, достаточно совсем немного средства, чтобы увлажнить кожу. Не оставляет следов. Вот такой у него внешний вид. Белый цвет, легкая текстура, почти не имеет запаха,
Думаю, что всем придется по душе. Детское желе входит в обновленную солнечную серию по мексиканской формуле. В ближайших выпусках я расскажу вам о ней более подробно. Еще какие плюсы у этого средства. Крышка легко открывается и плотно закрывается. В том, что она легко открывается, большой плюс для нас, девушек, потому что не повреждаются ногти, а это особенно важно на отдыхе, когда хочется быть самой красивой. Честно говоря, это средство меня покорило. Я обрабатывала им обгоревшую кожу, результат превзошел все ожидания. Краснота спала буквально за ночь, зуд не беспокоил. Кстати, это желе является лауреатом национальной премии «Моя косметика 2013» номинации «Все для малыша». Вердикт. Желе замечательное. Оно предотвращает шелушение и интенсивно питает и увлажняет кожу. На него можно положиться, не подведет. В отпуск берем обязательно. На этом все. Буду благодарна вам за отзывы и комментарии, оставленные под этим видео. Спасибо всем, кто принимает участие в наших конкурсах. Условия и сроки проведения нового конкурса смотрите под этим видео. Всем удачи, до встречи, целую, пока-пока.